Здравствуйте. Привет. О чем вы мечтали в детстве? Сбылась ли ваша мечта? Стать творческим человеком, поэтому отчасти, да, сбылась. Расскажите про ваше творчество. Но я занимаюсь косплеем, я снимаю видео, я делаю фотографии, все немножко, но мне это нравится. Расскажите, пожалуйста, нам про мероприятие. Про мероприятие? Я здесь, случайно, в первый раз узнала от знакомых и, решила прийти, потому что почему бы нет? Познакомиться, увидеть новые лица. Можете рассказать еще побольше про свое творчество? Мне нравится быть косплей-фотографом. Снимать людей, тех, которые такие же, как и я, занимаются творчеством, что-то делают своими руками, либо покупают, но, в принципе, делают свой образ готовый. И мне нравится прям выставлять людей чисто, чтобы потом смотреть на эту фотографию, и класс. Спасибо большое. А что вы можете пожелать для нашей студии? Успехов, процветания творчества, пополнения, так сказать, расширения штата. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо.